Всем привет! Меня зовут Дэнни. Мы находимся в студии Music Academy. И сегодня мы будем вскрывать Akai MPX-8. Это мобильный сэмплер и контроллер. Собственно, недорогое решение, если вы хотите улучшить свой лайфсет, свой скучный, никчемный, дешевый, сведенный по синку лайфсет. Вам стоит взять вот эту штуку, закинуть на SD-шку сэмплы и разбавить немного ваш сет всякими штуками. Как и обычно во всех таких комплектациях, она скудна до изнеможения. Блок питания и проводочки MIDI, USB. Все, что нужно есть. Так вот он выглядит. Упакован качественной пленочкой, чтобы все для фанатов идеализма все было идеально. Такой джок вил. Хороший пад. За что спасибо Akai, так это за пады. Akai с падами всегда просто все замечательно. Наследие MPC-шек дает свое. Девайс легкий, компактный, комфортный. Берите с собой его на свои лайв-выступления, юзайте в студию. Пощупать его можно живьем в нашей студии Music Academy в Москве. До встречи в новых выпусках Unboxing.